сегодня отмечают день рождения села, юбилей, 255 лет. По традиции все собираются в местном доме культуры. Я грузинка с Тбилиси. Приехала здесь, вообще нравится мне. Вообще молодцы, такие добрые люди, такие хорошие, я передать не могу. Село Глиное любите? Очень, я здесь очень родилась. И это мое любимое село, как же его не любить. Здесь все прекрасно, здесь очень приятные, добрые люди, трудолюбивые, хорошие. В зрительном зале аншлаг, свободных мест нет. Вот так бурными аплодисментами встречают награжденных. Так встречали семью Соловьевых. В этом году у них золотая свадьба. Вместе 50 лет. Владимир Яковлевич и Лидия Николаевна познакомились в 1973-м. Сегодня раскрыли их секрет крепкой семьи. Я свадьбы расписывала, и в то время было по 7-8 свадеб. И там были такие слова, вот я напутствие давала. Пусть в вашей семье получат постоянную прописку, мир, согласие и любовь. Надо от этого отталкиваться, надо уступать, уметь уступать. Вот эта гордыня никому не надо. Так, кому еще? Держи тебе. Глиное славится большим количеством сельхозфирм и крестьянско-фермерских хозяйств. Вот, например, выставка «Пасеки медовые истории». У нас есть много различных сортов меда, которые собраны в пойме рек Днестр и Турунчук. У нас есть луговой, степной, полевой, у нас есть садовый мед, у нас есть полифлорный, монофлорный, у нас есть мед-крем, у нас есть мед-крем с малиной, мед-крем с лесными орехами, с фундуком. В общем, любой самый избалованный любитель меда, медкоежка, может найти мед по своей душе и по вкусу. Приезжайте в Глиное. Вкусный. Очень вкусно. С самого утра здесь работают выставки, организованы фотозоны, все съезжаются даже с соседних сел. Девочки, я смотрю, вы импровизируете. Да. А как вам фотозона? Отлично, мне очень нравится. Впервые у нас такая фотозона, и смотрю, что всем нравится. Детки фотографируются, все супер. Очень красиво. Молдавская атмосфера такая, песни молдавские, концерт. Выставка очень красивая. Я люблю свое село за то, что тут красивые поля, река наша. Танцевали под молдавские мотивы, акробаты удивляли трюками и не только. Другими словами, юбилей села в Глином отметили ярко.